Миша. Всем привет, меня зовут Андрей, давно не виделись. Вы находитесь в сообществе Первый Лад, в том месте, где мы помогаем вам стать гитаристом, которого хочется слушать. Последний раз, когда я здесь появлялся, мы с вами вместе разобрали песню Whorehouse Blues группы Motorhead. И, если честно, меня приятно удивила реакция и просмотры, которые собрал турок, хотя я особо многого от него не ждал. Там я спросил, интересует ли вас соло, и вы дали понять, что оно вас интересует. Люди пишут об этом до сих пор, так что пацан сказал, пацан сделал. Сегодня мы разбираем соло из песни Whorehouse Blues. Многие люди хотят играть соло, многие люди часто спрашивают, какое соло можно сыграть на акустике. Вот, пожалуйста, оно. Это реально очень крутое, мощное, эпичное соло, и что редкость, оно сыграно в оригинале именно на акустике. Я такое достаточно редко встречал, вот в традиционной рок-музыке. Соло явно не для начинающих, но в чем, мне кажется, плюс этого урока? Я сам, когда сел его разбирать, я понял, что я не могу его сыграть. То есть у меня не получалось это сделать, поэтому я, как и вы, как и любой человек, я замедлялся, по фразам его разбирал, заучивал, медленно выигрывал, и я думаю, вам будет полезен инсайд от человека, у которого тоже возникли сложности с игрой вот подобного соло, и я расскажу, как я вот справлялся с некоторыми моментами, что-нибудь вам посоветую. Подписывайтесь на канал, жмите на колокол, и перед тем, как мы перейдем к разбору, у меня есть для вас одна важная просьба. Мы, нашей командой Первого Лада, задумали с нуля сделать максимально эпичный, крутой, полный курс по рок-импровизации, который вообще когда-либо был не только в Рунете, а, возможно, и во всем мире. И чтобы он получился максимально хорошим, чтобы мы охватили там все важные аспекты, у меня есть просьба, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас проблемы или непонятки возникают именно в рок-импровизации. Как вы пытаетесь импровизировать или как вы пытаетесь только начать это делать? Потому что именно, возможно, ваш комментарий откроет нам глаза на какую-то проблему, которая есть у людей, о которой мы не знаем сами. Мы ее учтем и сделаем максимально хороший и полезный для всех продукт. Если вы это сделаете, мы будем вам премного благодарны. Ну а теперь перейдем к разбору. Итак, начнем. Напомню еще раз, что в оригинале песня играется в строе ми-бемоль, то есть стандартный строй, опущенный на полтона вниз. На превью я тоже играл в ми-бемоле. Вам будет предоставлено для скачивания в описании видео два бэкинг-трека. Один из них будет в стандартном строе, и разбирать мы сейчас будем все тоже в стандартном строе. Но если вы хотите, чтобы все было аутентично или играть под запись, то, напоминаю, перестройте свою гитару на полтона вниз. Эта песня играется преимущественно в ля-минорной пентатонике. Первой ее позиции, и тут есть как раз смесь с мажорной. Этим она интересна. Первая фраза. Вот эта фраза у меня вызвала и вызывает до сих пор максимальное количество проблем. То есть, как по мне, это самый сложный момент во всем соло. Первая же фраза. Начинается хаммером на третьей струне от 5 лад до 6. Это как раз та самая смесь мажорной и минорной пентатоники. То есть, вот эта самая нота. Затем кладем мини-бары указательным пальцем на 5 лад 1 и 2 струны. И играем, собственно, 1 и 2 струну. Затем 8 лад на 2 струне и 7 на 3. Итого. Затем убираем все пальцы, играем мини-бары указательным пальцем 5 и 5, 2 и 3 струна. Итого. Затем 7 лад 3 струны, 7 лад 4 струны, 5, 3, 7, 4. Обратите внимание, когда вы играете вот этот момент, 7, 7 на 3, 4, поставьте тоже мини-баре, то есть не так, а положите ваш безымянный палец. Фраза достаточно подлая, вот, потому что она медиаторная преимущественно. И самая главная ошибка, которая была у меня, на которую я не сразу обратил внимание, потому что я не особо игрец соло, не очень опытен. Следите за тем, чтобы у вас был переменный штрих, потому что по умолчанию у вас очень легко может правая рука делать что-то вроде такого. То есть в рандомном порядке, там вниз, 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 тут внезапно вверх. Нет, следите, чтобы у вас прям четко все время, смотрите. Каждый удар медиатора, он переменный получается. Следите, чтобы у вас, да, не запутывался медиатор, вот в произвольном порядке не было. Вам будет гораздо легче. И, естественно, отрабатывать такие фразы надо медленно. Всем это лень делать, но иначе просто не получится. Ставите медленно метроном и начинаете.
для начала даже это может быть быстро, если так играете вообще. Вот. Только так у вас получится, потому что если вы не можете это сыграть медленно, естественно, вы не сможете это сыграть быстро. То есть я эту фразу выигрывал достаточно долго, и до сих пор есть, в принципе, над чем работать, чего я вам рекомендую. Затем следующая фраза. Опять смесь мажорной и минорной пентатоники. Вот эта нота. Нота фа диез. Она как раз вот залезла из мажорной пентатоники. Сначала мы подъезжаем слайдом в пятый лад третьей струны. Я из второго подъезжаю, но это... Тут неопределенный слайд, можно с первого. Главное, чтобы въехали в нее. Затем два раза вот эта нота как раз. Фа диез на второй струне, седьмой лад. После этого восьмой лад, опять пятый на третий, и в тонику приходит седьмой лад, четвертый. Тут есть такая мертвая призрачная нота, послушайте внимательно. Вот после двух этих, такая буквально еле слышно, еще раз пятый лад на третьей струне. Дальше, обратите внимание, здесь вы делаете четвертоновый бенд. У нас недавно выходило отличное видео про четвертоновые бенды. Помните, четвертоновый бенд не должен быть таким. То есть не надо это тянуть. Вот такого не надо делать. Он еле заметный. Будто бы вы даже не делаете бенд. Очень легкий, очень... такой нюансированный, но это дает кайф. И последняя нота у вас, делайте вибрато. Затем дабл стопы. Три дабл стопа, это получается 9 лад 3 струна, 10 2. Опускаем все это на 2 лада вниз, на тон вниз. Играем и опять. И последний слайдом уезжаем. Итого. Затем мы переходим в эту позицию на 12 лад. Было бы хорошо, если бы вы были знакомы с этим соло. Потому что объяснить, как тут это по ритмике, все, ну, я не могу в этом уроке. Если у вас соло на слуху, вы понимаете, что там да как. Вот. Если вы соло не знаете и пытаетесь разобрать, сразу скажу, лучше этого не делайте, вы просто никуда не попадете. Либо демонстрацию послушайте много раз, либо саму песню, чтобы соло у вас было на слуху, и вы прекрасно понимали, как эти фразы все ложатся в ритм. То есть, когда мы заканчиваем вот эти дабл-стопы, 4-1. Что там происходит? 12 лад 1 и подтяжка на 13 ладу 2. Четвертоновая опять. То есть не ничего такого, а именно еле заметно, аккуратненько. Вы делаете их 3, то есть там раз. А затем либо так. Это получается. Если что, мы находимся сейчас в третьей позиции пентатоники, если вы в этом разбираетесь. Это у нас 10 на 2, 11 на 3, 2 раза 10 на 2 и 13 лад на 2. Либо можно взять 12 и на полтона его вытянуть. Либо так, либо... Вот. Еще раз. Я 13-й беру и легкий, незаметный опять четвертоновый подтяг делаю. Затем такая фраза. Тоже непростая фраза, медиаторная. Что здесь получается? Сначала едем слайдом в 11-й лад 3-й струны. 10-й 2-й и опять 11-й 3-й. А затем 12, 11, 10 на 1-й. 13-10 на 2, 11 на 3 и 2 полутоновых бенда на 12 ладу 2 струны и пришли в тонику 10 лад 2 струны. Бенды обязательно делать, правильные бенды. На акустике делать бенды гораздо тяжелее, чем на электрогитаре. Помните, вот тут
весь залог успеха в большом пальце, вот в этом, который обнимает гриф. То есть вот так вот на акустике у вас ничего не получится. Душите гуся, очень плотно его душите. Потому что дальше нас ждут жирные бенды, жирнее, чем этот, и без большого пальца у вас ничего не получится. Итак, еще раз вся эта фраза. На последней ноте делайте вибрато. Точно так же кистью и большим пальцем. Вот. Обратите внимание, такие фразы, опять же, выигрывать надо медленно. И за штрихом следите. Чтобы у вас там не было все вниз, потом внезапно вверх. То есть следите. Затем достаточно заковыристая в ритмичном плане фраза. Опять же, слушайте песню, пусть это соло будет у вас на слуху. Она начинается так. То есть это прибенд на полтона 12-го лада. То есть вы играете уже подтянутую ноту, будто бы... Да? То есть от си до до вы ее подтянули. Извлекли звук и опустили ее. Затем играем 10-й лад 2-й струны. Смотрите, затем мы делаем бенд, только он долгий. То есть сначала мы его опустили. Затем медленно тянем. После этого 10-й лад. Опять бенд на 12-м. Подняли, опустили. Опять 10-й. По сути, вся эта фраза — это игра вот этих подтяжек и их опусканий. Вот, и в конце заканчиваем коротким бендом. То есть посмотрите на табы и, да, слушайте песню. Этот момент надо знать, он должен быть на слуху, иначе вот как бы я ни старался, я не смогу его объяснить. Такой момент. Затем такая фраза. Вот такая фраза. Сначала идем слайдом в 10-й лад 2-й струны, 8-й на 1-й. И делаем вот как раз первый бенд на тон в этом соло. Первая струна от 10-го лада до 12-го от ре до ми. Это достаточно непросто. У меня еще тут 12-е струны стоят. Надеюсь, у вас калибр поменьше, вам будет немножко попроще. Но, так или иначе, да, правила такие же. Большой палец душит гуся. Кисть, и да, бенд делается кистью, то есть пальцами вы, и вот с такой рукой, вот с таким, ничего у вас не получится, только плотный обхват, и, да, проверяйте, чтобы его дотягивали, то есть вам надо вот до этой ноты дотянуть, до ми. Сделали бенд, опять 8-й лад 1-й струны, затем 10 на 2-й, 9 на 3-й и 8 на 2-й, а затем... Слайдом въезжаем в 9 на 3, 8 на 2, 9 на 3. Затем делаем пул-офф от 10 до 8 на 2. Играем опять 9 на 3 и возвращаемся в первую позицию. Делаем хаммер от 5 до 6. Приходим в тонику 7 лад на 4. И заканчиваем первой половиной первой же фразы. То есть... Да? Мы начинали этой же фразой. Вот. На этом заканчивается первый квадрат соло. Мой вам совет, не смотрите это видео дальше. Просто отработайте все эти фразы, отработайте их под бэкинг-трек, под метроном. Нет смысла пытаться заучить все соло разом, понять, что у вас что-то не получается, там начать этого злиться, у меня недостаточно таланта, у меня короткие пальцы, руки не те, и вообще я не очень хорош. Нет, это так не работает, господа. Каждую фразу медленно выигрывайте, у вас все обязательно получится. То есть это работает только так. Все у вас обязательно будет. Немножечко мотивации. А еще самое время вспомнить нашу постоянную рубрику «Кодовое слово», и коль мы... прошли середину пути. Давайте в память о Лемме. Нашим сегодняшним кодовым словосочетанием будет Джек с колой. Напишите это в комментариях. Я буду знать, что вы смотрите этот урок, что не зря я учил соло, и
те люди, которые просили это соло, они actually смотрят уроки, они просто пишут об этом. Это будет приятно. Так что, да. Идем дальше. Второй квадрат начинается вот с каких фраз. Итак, смотрите, это мы снова в первой позиции пентатоники. Double stop. Восьмой лад первой струны, седьмой второй. Что мы делаем? Мы играем это два раза. И мы делаем легкие подтяжки ими, чтобы не просто... Вот такой эффект создавался. То есть мы это делаем два раза. После этого мини-бары указательным пальцем пятый лад первых двух струн. Затем делаем еще одну подтяжку, играем тут наверху. Какого рода эти подтяжки? Ну, четвертон, не больше. То есть там вот такого. Вот так не надо делать. Слегка их делаете, просто динамику создавая, да? Чтобы не просто вот так валить, а... Да, затем мы еще раз делаем это два. Мы сперва подтянули, а потом уже в подтянутом виде ее играем и опускаем. И опять на пятом ладу. Затем один раз делаем, опять пятый лад. И еще раз то же самое. Итого. Вот в конце заканчиваем просто еще одной подтяжкой. Затем самая опасная и самая страшная фраза этого соло. Вот, не так страшен черт, как его малюют, потому что на самом деле это одна из таких фраз. Современный рунет, конечно, со мной не согласится, но тут можно дать грязи и заживать половину нот. Вот, и мне кажется, это будет неплохо. Вот. Так, что тут происходит? Сначала... 8 на 2, 5 на 1, 8 на 2 и подтяжка. В идеале на тон сделать, но это достаточно хардкорно, хочу сказать. Тем более, что фраза очень быстрая. Вот, и нам надо сразу перейти в следующую ее часть, поэтому тут... Ну, не знаю, если у вас стальные руки, можете сделать на тон. Я здесь легкий четвертон делаю, это не совсем соответствует оригиналу, но и в оригинале, мне кажется, у него полегче струны, и вообще гитара какая-то полуакустическая. Может, я ошибаюсь. У него там легче все эти моменты делаются. Также способ это считерить. Вместо бенда, который приходит сюда, просто сыграть еще раз пятый лад на первой струне. То есть... Сделать так. Вот. Но правильно будет так. Затем. Пятый лад первый. Срыв от восьмого до пятого на второй. Седьмой на третий. Опять пятый на второй. Вот эту часть фразы важно сыграть правильно, потому что она... Ну, это классический такой вообще блюз-рок. Блюз-роковая вертушь фактически. Затем. Хаммер от седьмого до восьмого лада на третьей струне. Это блюзовая нота, кстати. Приходим в блюзовую ноту ту самую. И еще раз второй лад на пятой струне. Затем. Получается слайд 7-8-7 на третий. Затем 5-7 опять на третий. Затем хаммер 5-6 на третий. Итого. Фраза достаточно непонятна с точки зрения ритмики. Вот какой могу совет дать? Просто вы можете налепить это как попало. Этот момент, он достаточно быстрый в песне, то есть там... Вот, я сейчас половину нот заживал, но, в общем-то, в темпе это не так-то плохо было, как кажется. То есть даже если у вас там какие-то... Не сделайте хаммер, а просто медиатором, вот что тут поиграете, оно будет, в принципе, неплохо. Главное вот это сделайте вначале, потому что это классная штука. Вот, заканчивается фраза... Тремя дабл-стопами на пятом ладу первой-второй струны. То есть... Так она заканчивается. Экспериментируйте. Слушайте интро, слушайте песню. Просто пытайтесь вот то, что я показал, втиснуть туда. Опять же, я не могу это ритмически объяснить, но это нереально. Такие фразы, они интуитивно играют, скоростные. Итак, что дальше происходит? Затем... Еще раз дабл-стоп.
пятый лад, затем вот эта аппликатура уже знакомая нам, мы тут бенды делали, да, то есть 7 на второй и 8 на первой. Затем седьмой лад на первой, второй. Еще раз пятый лад на первой, второй. Затем седьмой лад на второй и третий. С бендом, с подтяжкой. На полтона где-то. И заканчивается 5 на третий. И в тонику приходим. 7 на четвертый. Затем. Это получается, вы едете в 10 лад второй. 8 первый. Еще раз 10 второй. И опять 8 первый. Затем вот по этому 10 ладу второй струны, нервно так ее покачиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вы 7 раз это делаете. Затем 2 раза. 8 на первый. Вот и начинается часть самая адская по бендам. Тяните 10 лад первой струны до 12, то есть на тон опускаете. Такая фигура получается, то есть полный бенд. Просто 10 лад, опять полный бенд, опять 10 лад и полный бенд. Затем 10, 8, 10 на первой струне. И этот последний 10 вы поднимаете, то на этот раз не на тон, а на полтона. И опускаете. То есть у вас получается будто бы вот так. Хотя вы вот медиатором лишь один раз сыграли. Затем 8-10-8 на первой струне. Два раза 10 лад на второй. Затем 8 лад первой струны, 2 раза 10. Затем 8 на 1, 10 на 2, 9 на 3. Затем слайд в 11 лад 3, 10 2, опять 11 3. Делаем бенд на полтона от 12 лада. Вернулись в тонику 10 лад 2. 11 на 3, 10 на 2, а затем концовка соло. Играем 13 лад на второй струне. Вытягиваем его на тон, то есть до 15. Затем его опускаем, играем просто 13 лад, опять подтягиваем, играем наверху. Опять опускаем, играем просто 2 раза 12 лад. Затем приходим в 10 лад, собственно, в тонику второй струне. Очень начинаем ее нервно вибрировать. И триолями, типа раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. С нарастающей силой ее добиваем, и на этом соло заканчивается. И в конце скатились вниз. Тут главное терпение. Реально, вот терпение и труд, все перетрут. Сразу хочется вот это все играть. Вот так, но оно так не будет играться, к сожалению. То есть это отрабатывается так, что вы поставили вот такой метроном. Я записал backing track в 105 BPM. Я не знаю, ставьте его на 80, на 70 даже, а то и меньше. И просто, и очень тупо сидите и... Так выигрываете эти фразы. Таким образом вы вырабатываете мышечную память, учите вот контролировать свой медиатор, чтобы он у вас не путался в струнах. И постепенно разгоняетесь. Сыграйте одну и ту же фразу раз 50, раз 100, 200, не знаю, вот реально потратите 20 минут, чтобы играть одну фразу. И она у вас
после этого вот сразу ускорите метроном, и она у вас начнет получаться. Это работает так. Что же, вот мы и сделали это. Обязательно помните о всех тех советах, которые я вам давал по ходу урока. Никуда не торопитесь. Медленно выигрывайте эти фразы под метроном, и у вас обязательно все получится.